Тарас рулит. Встречаются две подруги. Одна другой говорит: вы слышали? Говорят, что те, кто активно занимается сексом, живут намного дольше остальных людей. О, а я вам что говорила? Это старая проститутка Циля. Она еще нас с вами переживет. Встречаются две одесситки, две приятельницы. Одна у другой спрашивает: боже мой, Розочка, скажите, откуда у вас такое огромное, роскошное, бриллиантовое колье? А та отвечает: то, а чтоб я знала, мой Нюма молчит об этом под следствием уже 3 года. На одесском пляже встречаются двое знакомых. Один другому говорит: боже мой, Абрами, куда вы смотрите? Куда вы смотрите, когда ваша жена купила себе такой купальник, из которого буквально все видно? Ха, так теперь я только туда и смотрю. Ха! Встречаются две знакомые одесситки, одна другую спрашивает: Люсь, Люся, скажите, а что, если муж не Ален Делон, так или можно надеяться, что будут такие красивые дети? Наша Люся отвечает: боже мой, об чем речь? Вы же, слава богу, живете в свободной стране! Два бывших земляка одесситов встречаются как-то в Америке. Один другому говорит: послушайте, послушайте, зяма, у меня есть гениальный план. Давайте вместе откроем ювелирный магазин где-нибудь на 5-й авеню. На что земляк отвечает: не, давайте лучше так. Вы будете открывать, а я постою на шухере. О! Встречаются два одессита, один другого спрашивает, интересуется: слушайте, Абрам, скажите, а вот этот крем, что ваша жена все время покупает в аптеке, это что такое? Это средство для лица? Абрам отвечает: ой, средство для лица, это противозачаточное. Она как вечером свою морду намажет, так к ней же просто страшно подойти. Встречаются два пожилых одессита, один из них гадит на отдел выдачи иностранных разрешений. Второй, наоборот, защищает АВИР. Кричит: я не понимаю, к чему эти нападки. Лично я в последнее время отношусь к нашему АВИРу с большим, заметьте, уважением. Оппонент не понимает, что вы такое говорите. А вот то и говорю: представляете себе, пошел я на прошлой неделе на прием к начальнику этого учреждения, так он мне сказал, что он умрет раньше, чем я отсюда уеду. И что вы думаете? Не прошло и 2 дней, как он сдержал таки свое слово. Молодой человек подходит к директору оперного театра и говорит: послушайте, директор, за $200 я могу сделать массаж всем вашим балеринам. Директор аж подпрыгнул: уже договорились, деньги при вас. В Одесском университете профессор, идя на лекцию, немножко покурил травы. Но пришел укуренный и начал показывать студентам электромагнитные волны. И что бы вы себе думали? Половина студентов их таки увидела. Пьяный мужик заходит в бар и заказывает виски. Говорит, что хочет отпраздновать свой развод. Ну, бармен такой радостный: поздравляю вас, поздравляю, чувствуется, чувствуется, по вам видно, что вы давно уже празднуете. Мужик отвечает: да, да, уже 25 лет. Как-то маланский наркоман разбогател и купил себе Таврию. А друзья его прикалывают, говорят: молодец, Гоша, ништяк, ты себе крутую тачку отхватил таки. Гоша выпендривается: да что вы понимаете? Вы же не видели, как она по трассе идет. Ой, я на ней вчера 600-й Мерседес сделал как стоячего. Друзья такие: ой, молодец, у того небось водителя и варежка отвисла. Шо? Варежка? Да не то слово. Аж заправочный шланг из рук выпало, так.
Пьяный одессит возвращается домой через парк. Вдруг он ударяется об дерево и просит прощения. Ой, пардон, извините. Идет дальше, вскоре снова сталкивается с деревом и опять простите, пожалуйста. Идет дальше, опять дерево, бац! Ой, я прошу прощения. Так продолжается несколько раз, и вот уже он разозленный и порядком избитый садится на лавочку и говорит сам себе: «Ой, не пойду дальше, подожду, пока эта шпана пройдет». Тарас рулит!